Здесь, значит, пытаюсь управлять GoPro с телефона XR. У меня получается вот так вот включать, выключать его. Ну, вот так вот играюсь. Значит, персонаж здесь вот пробует вот такие вот топоты производит. Ну, это я комментирую, потому что там ничто не записывалось, что я делаю, как я все делалось. Еще здесь тренога используется. На нее закрепить, значит, GoPro поставил, взял в руку и в режиме селфи попробовал, значит, снимать себя, окружающее. Ну, немножко такое забеленное все, мне кажется, выдержка слишком все светло. Но правда там и солнце было дофига. Ничего не могу сказать. Вот такая съемка. Смотрю на экран. Ну, экран не передает. Вот задержка некоторая, значит, видно, что примерно снимает. Чуть удобная вещь, Wi-Fi используется при этом режиме. Точно 1020 стоит. Лево, право, лежало, горизонт. Да, вот это все. Так, снимаем распаковку китайских посылок. Этих подарочков за мой счет. Где-то должно быть зарядное. Где-то еще что-то. Некоторые люди не снимают, а потом там кирпичики приходят. Ну, грубо говоря, качество не устраивает. А эти уже не принимают претензии. Так. Что это такое? Что это? А, это пульт. Это пульт для GoPro. Это еще один пульт. Вот чик-чик-чик. Не отсюда управлять, а с этой. Так. Ну, а это зарядное. Беспроводная, что мне очень нужно, просто без нее заряжать, у кабель туда сувать. Так, оп, что-то поломать. Да, зарядка. Так вот, помятая, конечно же. Ух ты, блядь, что же не так вываливается. Ну вот, сама зарядка. Знаете, как стоит на голове у меня. Это GoPro-шка, я снимаю, как все удобно-то. Type-C, выход Type-C. Это для того, чтобы, ну, допустим, GoPro поставил на штатив, ну или как сказать, и там прикрепил эту, чик-чик-чик. А что же они, суки, ремешок-то мне не дали? Блядь, ремешка-то нету. Вот гады, блядь. Это что-то думать. Ну, короче, это вот сюда включается. Вот так вот включается. Оп. Пойдем из этого. Избробуем вот это вот так вот, чик,
Вот так вот. Вот сюда. Опа, она загорелась. Охренительно. И чё? И чё? Зелененькая загорелась. Зелененькая. Ну все. Теперь можно этот штекер не трогать. Все. Ну вот, все работает. Все отлично. Пока. Снимала, нет. Вот вскрывал, короче, вскрытие. И думал, вот такой бокс я, короче, получил. Потому что до этого я подумал, что когда я хожу на улице, ну, дождь у нас, часто дождь идет. Если его на лоб насыплю, она вся промокнет. Вот, ну вот получил такой бокс. И говорил, что вчера я, значит, получил пульт. И глядя на эти видео всякие на ютубе, неправильно делал. Сперва, значит, я подключал пульт на поиск. Сперва я включал камеру на поиск, а потом подключал пульт на поиск. Ну, еле-еле нашел, кстати, как его это сделать. И она никак его не определяла. А нигде, это как указано в видео. А потом я дошел, думаю, давай попробую как. Сперва включу пульт на поиск, а потом уже камеру. И она быстренько его нашла. А так я долго помучился. Ну, вот получил вот такой вот. Здесь все плавненько ходит, здесь все хорошо. Здесь вроде все ничего. Хочу, переживаю, что вот за этот пластик, чтобы прозрачность его была хорошая. Вот. В плане том, что не мешало бы, ну, не терялось бы через пластик качество съемки. Вот. Ну, вроде бы ничего. Вроде бы ничего. Вот такие ништяки. Не знаю, как звук будет писать. Здесь же нет дырок. Ну, посмотрим, как будет звук писать через GoPro с ее микрофонами. Сейчас попробуем сюда вставить. Сегодня вот такая свобода у меня на кухне появилась вообще. Я взял вот эти полки отсюда и снял их и поставил вот так. И теперь у меня стола нету, теперь у меня хоть можно ходить. Вообще классно получилось. Вот. Теперь у меня свобода, полы легко мыть. И я кушаю вот здесь, мне очень даже удобно. Я так сажусь, чик, и мне вот видно телевизор, видно все, видно здесь. Я так протягиваю руку, кушаю спокойно, потом там все у меня. Вот, и теперь только осталось вот эти полки. Я даже ее не резал, она такая была с завода, как точно в размер подошла. Теперь все интересно, становится все интересней. Ну, а все видели, что я сделал такой светодиод. Раньше у меня был какой-то синеватый, мало света здесь, а теперь у меня здесь свет, и там свет, везде свет. Все стало вообще отлично.